Здравствуйте, приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как включить режим энергосбережения на вашем смартфоне Huawei Honor 7C. Для начала мы переходим в настройки, затем проваливаемся в подпункт батарея и видим здесь режим энергосбережения. Нажимаем на вот эту вот кнопочку, жмем включить и видим, что режим энергосбережения у нас активировался. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!